как думаете, что будет с долларом? Поднимется он до 6 или нет? И почему? Ой, девчонки, не знаю. У меня сын в банке работает. И он тоже не в курсе. Не в курсе. Да, надо было застраховать доллары. Цену поставить. Сейчас какое-то есть страховое агентство, которое фиксирует курс доллара. Ну, не знаю. Я думаю, что все будет нормально. Мы рубляем, все покупаем. Чисто интуитивно, ну, будет, да. Он рублей слышал такое, что будет рублей 100, да. Опять же, это выгодная ситуация, потому что фактически зарплата у нас трехкопеечная в стране, если в привязку наши перевести рубли на доллары. Дешевая рабочая сила. Вот и все. Девочки, я в этом ничего не понимаю. Ой, я думаю, что не поднимется. До 100 дойдет и остановится. А почему? Ну почему? Не знаю, так. Интуиция. Я думаю, что не поднимется. А что с ним сейчас будет в ближайшее время? Ну так. В ближайшее время он будет туда-сюда качаться, мне так кажется. На этом же уровне. Ну да, в районе 70 плюс-минус десятка. Так. Нет. Не поднимется, будет как я со втором. Возможно то, что поднимется? Не знаю. Ну, может быть и вырастет. Не будет и не вырастет. Он наоборот снизится. Поэтому, потому что нет, все равно окажется до 50 долларов вырастет. Так что я думаю, что значит, доллар будет. Я думаю, что нет. Пора ему уже упасть. Ага, почему? Просто потому что пора? Да, надо уже. Людям нужно ездить опять за границу отдыхать. Конечно, куда он денется. Мне кажется, пойдет ниже. Пойдет ниже, до скольки? Мне кажется, где-то до 30, до 20. Я думаю, примерно так же будет. Не на себя, но может. На ближайший год.